такая прям домашняя-домашняя, мы занимаемся уборкой. Очень сегодня веселится, бегает везде, играется. У него заряд энергии. Я проветриваю одеялко. Смотрите, что происходит. Это кошмар какой-то. Это Игорь варит суп. Вставляю. Игорь ушел в магазин. Смотрите, какая у нас грязная плита. Ребята, не обращайте внимания. Сегодня у нас супец. Игорь тут уже все приготовил. Он росли в отрыве. Мы убираемся. Игорь готовит обед. Я там убираюсь, белье сворачиваю. В общем, у нас сегодня такая вот суббота уборочная. 30-е сегодня у нас уже декабря. Погодка у нас такая достаточно ясная. Там вот солнышко даже. Вот там вот где-то. Вот, Игорь пошел в магазин за хлебушком. И, в общем, у нас здесь будет супчик, еще уборки куча. Убираюсь. Погусь. Мы уже убрались, искупались. Сейчас будем обедать вкусный, приготовленный Игорем супчик. У нас очень чистенько. Мы даже сделали маленькую перестановочку. У меня потеют очки от супа и от того, что я мокрая. Только вышла из ванной. Мы очень классно прям убрались. Мне так нравится, так свежо, чистенько. И сварили очень вкуснейший суп. Вот он. Мы садимся кушать, как я уже сказала. Хочу вам показать поближе супчик. Вот такой вот вкусненький получился. С мясом. Да, не шучу. Очень вкусно. Будем доедать багет. Вам тоже желаю приятного аппетита, кто кушает. И мы очень голодные. Да, Игорь? Ням. Игорь готовит такой вкусный десерт. Здесь печенька, масло. Называется... Вафелька, да? Ну, она как печенька идет, жесткая. И вот он мажет, будет кушать. Так, где съел, да? Как получается крем. Ну, масло. Крем. Кондиция. Пирожное, типа, ты сделался. Угу. Кусай. Тебя не видно. Против света. Мое. Вот, ну как? Вкусно. Бе. Я так не люблю. Мы покушали, сейчас пойдем спать. Будешь да кушай. Мне не жалко. Я не хочу такого. Нет, ты масло не доедай. Масло оставь. Вкусно масло. Да, неплохое. Реклама приобрёвского масла. Ты что, все съешь, правда? Съешь? Да. Он все съест. Ладно, я не знаю, может, мандаринку съем? Давай еще мандаринку. Угу. Ничего не слипнется у тебя. Ладно, не знаю, что я хочу. Ничего ты не хочешь? Наверное. Нет, я наела суп. Пойдем отдыхать. Устали. Мы опять едим. У нас здесь мороженое. Это вишня с шоколадом и, по-моему, с коньяком, да? Угу. Или с чем? Ромом, да? И у нас виски. Тут виски? И у нас здесь еще баночки под семечки. Покажи, какие семечки. Покажи в ладошки. Мы едим вот такие вот белые соленые семечки. И будем смотреть фильм «Черная молния». Там Рэтлик сидит. И у нас очень красивое небо, смотрите. Так что... Угадайте, чем мы занимаемся. Кстати, у нас салютом. Да, мы вырезаем снежинки, честно сказать. Я вообще вырезала снежинки очень давно, когда-то с мамой, но у меня не очень получалось. Ну, и сейчас как бы тоже не очень получается. Смотрите, вот это что, я не знаю. Это какая-то странная снежинка. Это квадратная снежинка. Это какая-то нёба вообще. Это маска, наверное. Получилось круглый. Вот это только. Еще есть маленький, Игорь говорит, на елку похоже. Короче, Игорь тоже подключила, Игорь вон тоже сидит, вырезает, да, Игорь? Mm-hmm. Мне кажется, у него сейчас шедевр получится. У тебя там долго еще? Вырезать? Нет, вырезать. Mm-hmm. Я просто хочу, чтобы ты раскрыл, показал, что у тебя там.
Ладно, ждем, пока Игорь вырежет, и я сниму вам покажу. Так. Оно у тебя получилось круглый. Да уж. Ну, хотя бы круглая. Мне кажется, у меня узорчатый. А что так мало? Надо было ее резать, резать, резать. Прям. Прикольно. Ты будешь еще резать? Ладно, убирай бумажки-то. Я еще попробую сейчас сделать. Ребят, если честно, со снежинками прям беда. Мы не умеем их вырезать. Поэтому мы решили сделать трафаретки такие со звездочками, вырезать. И вот где у нас стена, там поклеить звездочки. У нас там кровать, все классно, но вот эта вот замызганная стена еще предыдущими жильцами очень все портит, и мы хотим вот здесь прям наклеить звезды. И будет классно, я думаю. А вообще мы, кстати, сели кушать уже. У нас картошечка вот такая жареная, и вот такой вот салатик. Тут колбаски чуть-чуть, лук и соленый огуречек. Мы будем кушать и смотреть, что ты там выбрал. Новогодний корпоратив. Новогодний корпоратив. Вам тоже приятного аппетита и хорошего уютного вечера. Вот я сделала вот такие звезды, ребят. Вот что у меня получилось. Но мне, если честно, нравится, потому что немножко хоть как-то добавилось какой-то атмосферы. Вот так вот я сделала. Это звезды и тучка. Вот такой вот у нас теперь уголочек тут. Так вот получилось.